Здравствуйте! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 25 июня 2018 года. Сегодня я решил посмотреть, как работают депутаты. Я зашел в здание горсовета, поднялся на второй этаж. Там есть планшет, за который я очень долго воевал. Но неважно. Сегодня, через 20 минут, будет прием у депутата Юрия Синяка. По адресу Зыгина, 19. Улица Зыгина, 19. Как ни странно. Но я сейчас туда пойду, с 9 до 10 он там будет принимать. Ну, посмотрим, как он принимает людей. Ну и сделаем выводы. Ну вот, я пришел на улицу Зыгина, 19. Я знаю, что здесь раньше был офис определенной партии, в которой состоит Юрий Синяк. Сейчас я попытаюсь зайти, выяснить. Сейчас на часах 9 часов 15 минут. С 9 до 10, как анонсировано на планшете в здании горсовета и на официальном сайте горсовета, здесь должен принимать Юрий Синяк, депутат Юрий Синяк. Пошли. Закрыто. Ну, как видим, закрыто. Я хочу подчеркнуть, к самому Юрию я не имею никаких претензий лично. Я имею претензии к депутату Юрию Синяку. Коль написано, изволь быть. Если там написано неправильно, значит, надо исправить. Надо понимать, что люди с его округа, а это не близкий свит, как то кажут у нас в Украине, они могли приехать, прочитать и пойти навстречу. Но встречи не состоится. Ну, я вам скажу честно, как я воспринимаю. Я воспринимаю это нарушение прав избирателей. Нарушение прав избирателей и нарушение обязанностей депутата. С чего начинается депутат? С работы с избирателями. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем. Еще раз, ничего личного, но к депутату есть претензии. Всем хорошего настроения.